Всем привет, ребят. Ну что, мы на аккаунте моего подписчика Вани, и сегодня у нас коллекционер. Я выспался, наконец-то, еще толком не проснулся. Вот такой вот у него ник «Веселая котейка», и мы будем ролить, говорю, коллекционер «Добыча пирата». У нас сегодня будет, ребят, «Добыча пирата». Наверное, одна из самых таких топовых акций на добычу ресурсов для прокачки аккаунта. Сейчас посмотрим, что у него за аккаунт. Ну, аккаунт, как видите, донатный. 600 уже есть, находится в гильдии Parallax, босс 4, 21.00, босс 5, 21.30. Так, фартов 20.00, телега над 9, нижнее подчеркивание, X. Кидайте заявочки, вступайте. Первое, второе, третье места. Битва гильдии, атака фортов. Так, поехали посмотрим его аккаунт, что у него за герои есть, что у него есть интересного. 75-82. Так, Некрос есть, Вольта нет, странно. Командоры. В принципе, Огник есть, а чё Вольта нет? Буги нет, рогатки нет. Ну, это, в принципе, не особо беда, но неплохо. Но если уже огник есть, то это уже полбеды. Так, поехали посмотрим, что у него в алтаре делается. Вот так вот, бог грома прокачанный. Интересно, интересно. Сыгушка. Да, походу умеренный донат был, потому что новых талантиков много не вижу. Асурик с богом войны. Махатма Каменка. А старенькие сборочки с бывашкой исцеления. Талантом, конечно, много вопросов. Некрос такой, Рину отличный. Ворожей. Да, новых талантов не сильно много у него. Ну, фрайка неплохая, выживание, в принципе, неплохой вариант для нее. Так, что тут у него такого еще интересного есть? Пошли уже топы. Забил ниндзиками, черепами. В общем, вот такие вот пироги. Ну, в принципе, неплохой аккаунт, учитывая, что донат был, судя по всему, умеренный, новых талантов. Как видите, если бы он сейчас донатил, у него было бы куча новых талантов. Так, хорошо, поехали. Смотри, что там у нас сегодня за пират. Ой, вот у нас будет пиратик. Вот сразу же. И сумочки питомца. Так, что есть третье? Сумки питомцев. Первые мешки Prime. Пленки 5 и 7, ну и карты, и падают топовые герои. Так, а что тут по наградам? Сундучки, ну, в принципе, такое. Так, как обычно, куча всего. Ну, не знаю, для меня, у себя уже перестал, у меня, в принципе, смысла нет от этих наград никаких. Так, поехали. Будем смотреть, что там падает. Так, камешки падают. Ему, в принципе, и не нужны для прокачки дальше. Карты. Ну, кулаки не особо. Смены. 1500 кулаков отсыпало. Ну, сейчас я гляну, что у него тут по камням делается вообще, если у него свободные. Зеленых камней у него нет, отлично. Будет хорошо видно, что нам нападало. Так, и кулачки тоже посмотрим. Это одна из таких самых интересных акций. Если вы хотите ресурсы для прокачки, тут и значки почета, и смены падают на чары.
питомцы. Ну, раньше больше всего здесь кулаки фармились. Особенно у нас на русском сервере это всегда проблема. Когда вы аккаунт только начинаете развивать. Так, опять забито. Блин, вот было бы неплохо, чтобы они постарались, чтобы все падало сразу. Рюкзачок. Так, первая карта. Интересно, достанем третью или нет. Сундуков падают, в принципе, коробки. Ну, два сундучка. Отлично. Кулаков дают, это радует. Еще и сумки с мешки с осколками дают. Ну вот с них, честно говоря, надо будет у себя дооткрывать. Ничего такого интересного не падает. Карты, конечно, падают на пришествие конкретно, причем с них тоже можно нормально ресурсов поднять. Так, поехали дальше. Карты пропуска подземок. А вот на китайке неплохо идет, там дают сумки огнекрыла, вот это самое интересное. У нас, к сожалению, что-то до сих пор такого даже ни разу не ввели, там уже я не знаю сколько длится оно, но там более реально собрать огнекрыла, там некоторые люди, наверное, уже собирали, я уже давным-давно забил на лабиринт, там тоже, в принципе, не особо падают. Сколки оттуда. Так, еще 1500. Но третью карту мы так и не увидели. О, наконец-то упал хотя бы один мешок прайм. Две карты. Так, о, есть третья карта, есть у нас одна. В принципе, неплохо, я раньше у себя засекал, там, по-моему, в районе 100 тысяч в последнее время падали они. Так, еще на две попытки, остальные самики можно будет оставить ему. Так, отлично, поехали, будем смотреть. Что же у нас сегодня получилось с этого пирата интересного? Так, ну это значки почета. 15к кулаков. Вообще, по сути, фигня за 50 тысяч. Ну, конечно, относительно нет, но было раньше намного круче. 57 камней по 300, если я не ошибаюсь. Ну, еще пятнашка. 16-17 пусть будет. Так, дальше. Тут карточки нападали. Коробочка одна есть у него, надо будет открыть. Либо какая-либо стойкость сосурику поставит. Так, 16 карт. Ну, давайте посмотрим хоть рандомчик. Деды Морозы в основном нападали. Не то. Такс.
5 коробок всего. Что-то печальненько. Ну, отсюда еще вторую карточку вытащили. Отлично. Уже две коробки у нас есть. Мешки Prime. Это один я пропустил. Скин на ПБшку. 10 осколочков. Сумки питомцев вообще печально падают. Дышка. Так, давайте вторую карту. И бум, Ронин. Ронин у него есть. А с третьей заклинательница. Ну, такое себе. Все, что у него есть. Так, это мы открыли 50 сумочек. В принципе, не особо так. 12 как и гашек практически. 32 фиол яичко. Так, ну что, поехали. Попробуем. Бум. Ямочка, нифига себе, вот это круто. Так, что у него тут? Аталанта, Мафинка. Вот ремку, кстати, можно ставить и на восьмерку качать. Сейчас вообще будет огонь. Только кому ее ставить? Валька с четвертой. Вариантов даже сейчас. Рон у него с ремкой. Ара ремка. Медуза, дерево ремка. На медузу пятерка, купидон. В общем, не буду дальше это открывать. Он уже сам себе решит. В принципе, довольно-таки неплохо, учитывая то, что мы ремку в итоге еще и вытащили с коробки. Правда, не знаю, кому ее ставить. Ее оставим, поставить себе купидону. Ну вот, в общем, вот такой вот пират. Не знаю, конечно, это самая, наверное, топовая акция на трату. Раньше это когда-то были там молотки бухогрома интересные, но потом были пираты, и все равно пират на сегодня. Это самое лучшее вложение, если вам нужны ресурсы на прокачку аккаунта. И вот там без донат. Донат больше, чем здесь, вы пока нигде не получите затрату самоцветов. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Всем удачи, всем пока.